Так, ребята, всем-всем привет, я сегодня с вами Джамалетдин Мурадов, и вас приветствую на свой канал, Дальнобой ТВ Green and Route. Так, ребята, у нас сегодня обзор, очень долгий обзор, обзор про MAN TGX, TGA и MAN Megamod. Когда-то помню, что он был как бы приватная версия была, после этого несколько, хотя если так взять, он совсем обновилась из 1.36 и дошла до нашей актуальной версии 1.46, как бы, но он как бы до этого дня он был приватный, теперь он как мы поняли, что он теперь как бы его, короче, автор начал слилить, конечно. Да, он очень. По размеру файла он очень огромный, вообще там 1300 с лишним мегабайт и гигабайт, то есть там 1000 гигабайт и 380 мегабайт. Так, ребята, что ж, ребята, обзор будет продолжаться, краткого интересного, особо не переключайтесь, всем приятного просмотра. Так, ребята, версия игры у нас 1.46.2.20s, как бы не стимовская, не лицензия, пиратка почти все свои дела выполняет отлично. Так, видите, как мы видим. Так, здесь, как обычно, ничего делать не будем. Попадем. Покупка грузовика у дилера бренда модификация. Как видите, как мы видим. Перед вами, перед нами. Всего лишь два экземпляра. Это у нас со с высоким шасси, а это у нас с низким шасси. Я так понял, что это как бы оптимизировано для суровка, а это как обычно. Так, ладно, кликнем под этот данный. Давайте MAN TGS и TGS. MAN TGS have space sleeper cup L. Так, кликнем под него. Изменение конфигурации. Ребята, что хочу отметить. Не знаю, как у вас, как у вас там будет работать, но у меня полная пушка, полный класс, если оптимизировано классно и по оптимизации неплохо. Что хочу отметить, если кто помнит, я на днях на суровке на нем катался, как бы, да, он класс, он отлично, то есть и прикольный тягач, также исправлено по освещению, как видите, как мы видим. Так, сейчас подождите, я джойстики просто мне надо настраивать. Так, включили шагающую камеру. Что хочу отметить, ребята, тягач полный класс, тягач полный супер. Ну, не знаю, как вам, но как я начал увидеть, тягач он просто пушка. Также хочу отметить, что также при себе имеется два экземпляра прицепа. Для того, чтобы прицеп для перевозка там лесовоза, там бревна, там остальное другое. Так, ладно, поехали, как бы, и так он, как бы, у нас обзор очень будет продолжаться долго, потому что это MAN TGA Megamod, то есть Megamod, поэтому как бы его, как бы, придется вместе с вами его собрать, что к чему. Так, что ж, поехали. Так, как говорится, из вниз до верха, по-моему, да. То есть, смотрите, есть у нас MAN TGS, по-моему, TGS. А, нет, TGA, то есть, прошу прощения. Вот TGA, Grill, там, Sleeper Cup, Cup LX, LX. Есть такая же Sleeper Cup LX. Есть TGA Grill, Sleeper Cup L. Также есть такая же. Давай-ка-то берем вот это. Одно и то же отвечает. Пускай будет со высоким спалька. Так, про шасси. Ребята, что хочу отметить. Шасси здесь очень много. Очень много. Поэтому вы просто с ума сойдете. Так, Heavy шасси. Sleeper Cup 6x6. Q-Drive. Там Q-Drive, короче. Есть такая же, с невысокой бампера. Есть такая же,
По-моему, что... А, это типа... как она, блин? Типа как тандем, например, берем. И вот видите, да? Как хотел отметить, что тандемовский вариант. Есть такая же инкса вариант. Такая же вариант. Такая же вариант. Такое же короткое борта. Такое же. Это типа для негабаритных груз, там, типа того. Такое же для перевозка всяких различных камней. Также вот такое же есть. Ну, что хочу отметить, ребята. Короче, мод полная пушка. Короче, придется вместе с вами придется такое же камни. Вот такое же. Пустая плата. Платформа. Без ничего. Есть такое же. Для хранения там всякие детали, там остальные другое. Ну, естественно, есть такое же. Так, теперь идем дальше. С этой разобрались. Есть такая же. Типа Heavy шасси, там 10 на 10, пожалуйста. Длинная же, как автопоезда. Есть такая же. А, понятно, это с высоком. А это со короткого бампера. Есть вот такая же, опять 25. 6 на 6 тандем, то есть и есть такая же, есть такая же, есть такое же. Короче, ребята, что хочу отметить, просто вам целый день придется под него тыкать, посмотреть, что к чему. Вот, есть со стандомовская вариант, со короткая. Если такая же. Если такая же. Давай-ка-то, ребята, берем вот это. Пускай будет вот это. А дальше хочу, чтобы вы дальше. Хочу, чтобы вы дальше сами подтикнули, что. Ну, там, посмотрели. Что хочу отметить, ребята. Ссылка про. Информацию оставлю по описанию. Также ссылка про него оставлю по описанию. Войдете, посмотрите. Что к чему, для тех, кто на суровка, или там без разницы, суровка, не суровка, ну, я имею в виду для бездорожного варианта, поэтому, как-то так. И ссылка для скачана, для тех, кто не знает, где его скачать, приобрести, также я про него я ссылку оставлю по описанию. Спасибо за внимание, идем дальше. Так, оставляем с этого шасси, завершаем. Так, про движка, можно разобраться, что... к чему есть 500, как бы видите, да, при кликнут у нас, по-моему, что шильдик начинает меняться. Есть, давайте шагающий приблизим, вот видите, да, ТГС там 18 680 и 680 540 460 420 480 900. О, как раз 980, это как раз для суровка, советуем, рекомендуем. 640, 440, 400, 580, 560, 360, 520, ну, естественно, но. Так, 320. Давай-ка-то, ребята, вместе с вами давайте оставляем 980. Так, что ж, с этого разобрались. Теперь про коробку передача. Есть 16 сосретардера ZF. Есть 6 сосретардеров, как раз то, что надо. Есть ZF, ZF 12 сосретардера плюс реверс. ZF 12 сосретардера одно и то же отвечает. 2.71, 2, то есть 3.08. Есть 16 без ретардера. 6 без ретардера, также 12 без ретардера, также 12 без ретардера. Давайте 6 со ретардера, думаем, что нормально. Так, про интерьер. Интерьер, что хочу отметить. Здесь как бы не только мановская, здесь еще идет какой-то, как она там, ситрак. Например, смотрите, есть такая же праворульная, то есть видите, даже при себе имеется качество 3D модела, как бы я забыл вам про это рассказывать, вот начал теперь рассказывать вам. Есть леворульная, есть опять также, о, вот, кстати,
Как хотел отметить, что Ситрак, вот оно, есть такая же, также праворульная, леворульная. Ну, естественно, это мановская, как обычно, как хотел отметить, мановская. Давай-ка-то, ребята, вот это оставляем, посмотрим, что к чему. И мне будет понятно, и вам будет интересно. Так, перейдем на краску. Краска, как хотел отметить, что краска более доволен, как бы краска. Можно разобраться, что к чему. Есть такая же. Типа, короче, там какой-то там Келик Логистик. Есть Билден. Билден Логистик. Это типа строительный вариант. Есть с несколько пользовательский вариант. Зеленый там, красный со с белой, или там опять 25 со зеленым, видите, да? Есть, ну, ребята, дальше хочу, чтобы вы сами посмотрели, к чему. Ну, это, естественно, стоковая Европа, есть такая же опять, есть своя заводская вариант, тоже спросите там какой-то одна вариант. Есть, типа, со с несколько вариантов, со с несколько пользовательский свет. Короче, там всякие. Есть такая же. Есть вот такой же. Тоже там. Короче, ну, ребята, дальше хочу, чтобы вы сами там посмотрели, там, к чему. Сиба, Сария, Сурия там. Ну, это логистики, естественно, также мы можем. А, видите, здесь казалось. Да, краска не меняется. Есть песня, что просто вот, тоже, ну, не красится она. Есть такая же. Тоже она, по-моему, не красится или красится. Нет, не красится. Есть Мамоед. Мамоед это типа иранская компания. Типа перевозка негабаритный груз там и так далее. Есть Line. Пожалуйста, Line. Есть Line в гайд. Лайн белый. Есть Галвария с логистика. Также изменится. Можно изменить цвет. Конечно. Есть транспорт. MBP. BPM. Такой же. Есть вот такая же вариант. Боксинг. Боксинг, да. Есть черная милк, черная молочная, там типа там милк. Есть ACL транспорт, пожалуйста, такой же. Она светится, красится, по-моему. Не, не красится. Есть такая же. Авто там, авт вилд Есть, да, тоже сам такая же история. Видите, как мы видим. Есть такая же вариант. Есть опять такая же вариант. Короче, здесь что хочу отметить. Здесь очень. Если мегамод, значит очень. То есть где-то несколько минут, часов я с вами как бы начинаю продолжать свой обзор. Есть со более информация. Не знаю, странно, что здесь картинка не отображает. Хотя мы сюда пришли не картинку посмотреть, правильно? Здесь тоже самая такая же история. То же самое, пожалуйста, как видите, как мы видим. Есть AFT. AFT German. Пожалуйста, есть пользовательский цвет плюс металлик там. Зеленый. Красный со с белой. И опять зеленый со с белой. Пожалуйста. Есть MAN 6x6. Краска. Скины. Есть вот такая же. Есть черный скин, black skin, пожалуйста. Есть AFT соклад, AFT transcom. Есть двойная цвет, там, например, берем зеленый со с белой и красный также со с белой. Видите, ребята? Есть одна пользовательский цвет, пожалуйста. Есть для тех, кто на не габарит. Также мы можем туда также цвет подменять. Видите, да? Как хотел отметить. Есть Shadow Grey
серая, есть черная, есть оранжевая ялов, есть красно-розовая, есть белый, то есть ночной синий, есть минтовый, есть оливковый, дарк оливковый, есть кристалл белый, есть син ад, тоже он, по-моему, не красится он. Так, есть такая же, Фельдмайер, это тоже, по-моему, для какой-то негабаритный груз компания. Сиранс, пожалуйста, Сиранс, пожалуйста. Также, наверное, краска, они не меняются. Если такая же вариант. Если такая же вариант. Так, ребята, хочу отметить, что особо не переключайтесь. Потом есть некоторый мод, при себе имеется порядка установка мода, чтобы мне было понятно и вам было интересно. www.alexhealthlife.com. Это, по-моему, для перевозка крана, там типа того. Ну, естественно, есть бахнет, пожалуйста, также. А, не крася. Давай-ка-то, ребята, давайте вот это оставляем, думаем, что нормально. Так, со скраской разобрались, теперь внешний тюнинг. Ребята, что хотел отметить? Тюнинг более достаточно, можно разобраться, что к чему. Так, поехали. Так, давайте. Так, здесь у нас... то есть запаска, ну это пожелание, можно ставить, ну, можно убрать, либо можно оставить, также можно оба убрать, ну я имею в виду функция кабелей, видите, где начинается остановиться, думаем, что пускай будет, хотя хрен его знает, давайте здесь пускай будет. Так, с этого мы разобрались. Так, это у нас. Так. А, это типа, ну, воздух начинает, цистерна для собрания воздуха, там, типа того, кулер. Видите, то есть и слева сторона, и справа сторона, пожалуйста. Где она? А, во, видите. Так, это типа нет, а это с белой там. Есть такая же вариант. Есть фуль 1, это вот это заменяет, есть такой, давайте вот это фуль 1 оставляем, думаем, что нормально. Так, также мы себе можем сюда зафигарить такой же вариант. А, понятно, это для этого как бы, ага, давайте вот это оставляем. А здесь уже его самому можно выбрать, типа либо такой же, то есть смотрите, есть... А красочный вариант, есть черная, то есть черная, есть такая же, со запаска, есть такая же, то есть это было окрасочное, а это черное, а это без этого красочное, без окрасочной, есть с этого оборудованной, как она называется, есть такая же для всяких вот, систем, ну, для хранения топлива там, воздуха там, остальное другое. Если такое же, вау, смотрите просто. Видите, вообще классно становится, да, ребята? Если такая же вариант. Если такой же вариант. Wide load. Это, по-моему, для перевозки негабаритного тяжелого груза, там, типа того. Если такая же, с окрасочной вариант. Есть с окрасочной вариант всякий, там, запаска там. Знака, дорожный знак, и там ведра, и швабра, там остальное другое. Если такая же, без ничего, с окрасочной вариант. То же самое, такая же история. Такая же история, без ничего. Такая же с запаской, и там, с всякие функции, ну, кабелей, как бы, и с дорожным знаком, ведра, там. Есть без, полной, пусто, как бы. То же самое, это, по-моему, для... Ну, надеюсь, что вы меня поняли, о чем. То же самое, такая жизнь, одно и то же. Короче, ребята, что хочу отметить. Они все одно и то же отвечают, как бы. Ну, дальше хочу, чтобы... Вот, дальше хочу, чтобы вы сами посмотрели, что к чему. Я просто вот перед вами... Перед вами я одну я выбрю, как бы. Думаем, что нормально будет. Вот это оставляем, и все. А дальше...
Ну, как хотел отметить, что я про него я ссылку оставлю по описанию там. Зайдете там есть еще, кликните и подпишите. Там зайдете там, под еще зайдете там, там есть описание, там пролистайте, там также оставлю по информации и оставлю ссылка, ну, ссылка для скачана оставлю по описанию. Так, похоже, что с этого разобрались. Так, это у нас, по-моему, сос окошко и есть без окошка. Давайте, хотя хрень его знает, давайте пускай будет без окошка. Это у нас спойлер, не знаю, почему-то не хотят. Начинается заругаться, видите, да? Ладно, О, давайте вот это оставляем. О, пускай вот так будет. Также мы сюда можем освещение какие-нибудь или там. Ага, понятно. Это типа хрень его знает. А, давай-ка-то на место их ставим. Не знаю, там какие там ставить. Давайте вот это ставим. Думаем, что нормально будет. О. Так, с этого разобрались. Как бы теперь с этого тоже разобрались. С этого тоже разобрались. Теперь держалка. У нас есть пластиковый 2021. Окраска. Окраска 2021. Хром стайле. Стрипе. Ну и стрипе 2021. Пускай будет пластиковый. Также мы сюда. Ну, чтобы там за собой этот всякий грязь не носили кабина, чтобы здесь почистили. Также мы здесь можем тоже либо добавить, либо полностью перекрыть, чтобы хранить обувь, тапочку и так далее. Пластиковый вариант. И такая же вариант. Давайте пластиковый вариант. Также это у нас полутуманно и без полутумана. Давайте полутуманно ставим. А здесь уже у нас как бы... Ага. То есть есть черная, есть окрасочная, есть заводская вариант. Давайте черная. Так. Также сюда. Вау, смотрите. Сос лебедка и сос дополнительная. Есть такая же вариант. Сос дополнительное полутуманное освещение. Есть без ничего, как бы. Есть то же самое, такая же история. Есть такая же. Давай-ка-то вот это оставляем, думаем, что нормально. Давай-ка-то выберем вот это. Вау, отлично. Также мы здесь можем регион там выбрать. Либо там Великобритания, или Украина, или Турция, или Швейцария, или Швеция, Испания, Словения, Словакия там, Россия там, Румыния. Короче, очень много здесь. Всякие различные методы добавлены. Поланд, Норвегия, Нидерландия, Молдовия, там, Люксембург, как бы, там, Латвия, Литва, там, типа того. Есть такая же, есть Италия, есть Ирландия, Исландия и Норвегия. Какая Норвегия там? Венгрия, то есть, есть Греция, сам Германия, Франция, Финляндия. Эстония, Данмарк и Чешская Республика и Красарик, как там, Кратия, Хорватия, там типа того, есть Болгария, есть Бельгия, есть Белоруссия. Давайте, да, хрен его знает, давайте, пускай будет Россия, как бы. Да, эта машина как раз вам подходит для суровка. Ну, наверняка вы все знаете, что я на суровку катался, как бы нормально. Это у нас защита для бампера. Есть такая же вариант. Есть вот такая же. Есть вот такая же вариант. Такая же. Есть вот такой же. Полно перекроет. Есть вот такая же. То есть, смотрите, это у нас окрасочный вариант. Это у нас пластиковый вариант. Ну, то есть, да. То есть, типа, тон черный. Красочная, безокрасочная, красочная, также безокрасочная. Есть такая же защита, есть такой же сосокрасочная, безокрасочная, такая же вариант.
Да, ребята, правда, что можно уставать, конечно. Есть такой же вариант. Есть окрасочный, безокрасочный. Есть такой же алюминиевый синг. Есть такая же защита. Есть вот такой же. Короче, здесь что не увидишь. То же самое, такая же история. То же самое, такая же вариант. Ну, естественно, без окраска. С окраска. Ну, есть такая же вариант. С окраска. Тоже с окраска. С всякие добавления, защита. То же самое, такая же история. Естественно, такая же вариант. Такая же вариант. Так, о, пол. О, кстати. Можно вот это ставить, хрен его знает. Давай-ка-то вот это ставим. Думаем, что нормально будет. Также мы сюда либо Мишлена, либо такой же. Такой же. Вообще-то сюда. А, о, давай. Хотя. Нет, тогда. Ладно, давайте ничего выбрать. Или давайте лазер. Или давай ничего ставить не будем. Пускай так будет в этом духе. С этого разобрались. Так, это у нас есть такая же вариант. Есть такой же тир. Она заменяет обычный тир, как бы. Есть сам тир, как бы. То же самое, такая же история. Ну, это как бы бренд компания. Компания на каком-то. Если будете работать, там возить грузы, там всякие. Такой же. Такая же вариант. Такой же. Такая же. Ну, естественно, такая же. Давай-ка-то. Давайте вот тир оставим. Так, с этого разобрались. Теперь. Здесь теперь еще можно здесь добавить. Ну, я здесь больше ничего добавить не буду. Я вот это оставлю, как бы, и все будет нормально. Также сделаю, еще здесь можно добавить. Ну, я думаю, одну хватит. Куда больше? Есть пластиковый полный. Перекрыт с пластика. Есть половина красочной. Есть такая же. Давайте, такая будет пластиковая, думаю, нормально. Также мы сюда можем немецкие номера там, по-моему. А, во. Это не понял. Куда она? Давайте вот это оставляем. Или хотя там дальше посмотреть. Такая же вариант. Такая же. Такой же. Такая же. То есть и. Ну, они все красочные. Это, по-моему, что типа лебедка. Лебедка. Ручная. Есть такая же. Полная, как бы. Есть такой же. Такая же. Такая же. Такая же. Короче, здесь что не увидишь. Такой же. Такая же, короче, полная. Короче, хочу отметить, что полный пипец, короче. Такой же вариант. Такая же. То же самое, такая же вариант. То же самое, такая же история, короче. Всякие. Ну, я так вижу, что одно и то же отвечает, конечно. А так больше ничего сверхъестественного. Давайте это черное вставляем. Так, у нас это морда начинается менять. Есть такая же, типа как стоковая мания. Есть такая же, есть такой же. Давайте вот оставляем. Или такой же, либо такая же. О, кстати, типа как ман 2022. Есть такая же. С добавлением всякие различные освещения. Есть такая же. Такой же. Такая же. Ну, естественно, такой же. Давай-ка-то думаем, что, ребята, вот это нормально будет. Давайте также мы сюда можем всякие различные освещения можно добавить, для чтобы ночь отображала нормально. Да, как бы очень много чего добавлено. Просто, ребята, просто устаете про под него покажу тыкать, как бы просто устаете, как бы. Ну, это для тех, кто чаще любит развлекаться на такой тягач. Ссылка про него оставлю по описанию и информация оставлю по описанию. Ну вот.
как бы. Просто как бы за каждое тыкать, как бы можно уставать, конечно. И глаза начинают заболеть, и как бы. Так, это у нас. Есть боковая аэродинамическая дефлектор. Пластиковый вариант. Красочный. И прозрачный, по-моему, типа того, давайте. Пластиковый будет. Так, это у нас такая же вариант. Держалка и красочный вариант. Есть такой же без держалка. А, нет, хотя да. Есть такая же вариант. Давайте вот это оставляем. Так. Это у нас, по-моему, ага, освещение. Ну, здесь, хотя хрен его знает. Смысл нету здесь. А, это здесь как бы со названия. Тракер, то есть, да, типа ман-тракер. Помнишь, что на Ивеко тоже самое такая же написано было? Есть черный, есть хромовый, есть также черный. Видите, да? Не, хотя взять дело офигительное, просто вот минус в том, что устаешь, пока же от него тыкать придется. А, это типа типа держалка есть окрасочная, есть черная обычная. Да. А, все понятно. То есть смотрите. Есть для того, что выбраться наверху. Это типа ступенька. Полно перекроет. Или с этого окрасочной. И да. Давай-ка-то, ребята, вот это оставляем. Так, с этого разобрались. Теперь идем дальше. Ну, это попозже, как бы. Это для тех, кто на Аустралии, там, чтобы под лобовой, чтобы там камни, там всякие раз. Ну, у меня, чтобы там животных, чтобы диких животных, чтобы на лобовом стекло, чтобы не попал, или там остальное другое, защита типа. То есть, смотрите, есть такая же, с дополнительное освещение. Если такая же, есть, как хотел отметить, что защита окрасочная, есть безокрасочная, есть полная окрасочная, есть безокрасочная, если такая же, ну, естественно, есть такая же. Давайте вот это оставляем, думаем, что нормально. Так. Ага, а защита для боковое зеркало. Есть окрасочное, хромовое и черное. Давайте вот это оставляем. Так, это у нас боковая дефлектор. Это самое, зеркало с названием ман, красочный вариант. Есть прозрачное с названием ман, есть пластиковый. Так, это у нас, ну, наверняка все знаете, что тоже козырьки, передний козырек. Во, синий и прозрачный. Также мы сюда можем, там, любое освещение можем сюда загонять, как бы. Во. Так, сейчас с этим мы разберемся, то есть. Так, ага. Есть такая же вариант. Черный. Алюминовый. Это типа лайтбарк, там типа того есть. Черный. Есть алюминовый. Также черный. Есть алюминовый. Черный. Также алюминовый. Черный. Есть полный такой же. Есть такая же. Это, наверняка вы все знаете, это для туриста, чтобы там запаску там положить или там что-нибудь другое. Есть такая же. Есть такая же черная. Есть полный такой же. Есть просто алюминиевый и черный. Есть такая же. Видите, ребят. Есть такой же. А, это типа, о, типа запаска добавляет, или мне кажется,
Не знаю, ребята, можно вот это оставить. Можно и вот это использовать. Также мы сюда можем там. Вот это ставить. Да? О. Здесь можно. О! Ни хрена себе, смотрите, ребята. Это полный пипец. Давайте, ладно, вот это. А если вот это? Вау. О, нет, давайте вот это. Так. Также при себе имеется несколько вариантов маячки. Ну, я маячки ставить не буду. Это для тех, кто на не габарит, пожалуйста, ставьте. Ну, пока я использовать не буду. Так, что ж, наверное. Ладно, с этого разобрались. Думаю, больше ничего сверхъестественно. А, хотя хрен его знает. Ладно, бог-то с ним, проехали, короче. Так, это у нас... Передное зеркало дополнительное. Есть. Такая же двойная пластика. Есть окрасочная двойная пластика. Есть одна вариант пластиковый. Есть двойной хром. Одна вариант окрасочная. И пластиковая камера. Во! Камера со пластиковой. Есть такая же вариант. Камера хромовая. Пластиковая F. Там, короче, двойной. О, кстати. Вот это вообще классно смотрится, ребята. Вы просто посмотрите. М? Что скажете? Это вот если изнутри. А, не, видите, как бы... Ага, ладно. Ну это, давайте. Есть такая же. Тоже двойной. О, кстати. О, смотрите. Это типа как китайский вариант, да? Наверняка вы все знаете китайцы. А ну, китайцы, они особо как бы любят круглые дополнительное переднее зеркало. Есть такая же одна варианта. Есть такая же немецкая вариант. То же самое, такая же красочная. Ну, я так вижу, что одно и то же отвечает, как бы. Такое же, типа как лопатка, да, ведь. Есть такая же. А это просто оставляется. Давай-ка-то... Давайте, пускай будет по-немецкой вариант, как бы. Так, с этого разобрались, то это разобрались. Что ж, все, по-моему, вроде бы ничего. А, нет, еще там. Также мы сюда там номера или там. А, нет. Мы его ставить не будем, или хотя хрень. Давайте уберем, как бы. Так, теперь можно разобраться. Нет, еще рано. Так, здесь у нас. Вау, смотрите. Ну, это для цепка, наверное. Давайте вот это оставляем. Думаем, нормально будет. Давайте вот это оставляем. Также здесь зеркало, ну, там, как оно называется, блин? Фара, задная фара. Так, здесь у нас. О, есть окрасочная, есть безокрасочная, есть открытый вариант, есть также краска, есть такая же вариант, такая же, типа как американский вариант, такой же добавлено, такой же, вау, смотрите, просто масса этим можно, ребят. Короче, здесь очень много, что добавлено. Давайте, ребята, давайте вот это ставим. Думаем, что нормально будет. Так, про шина. Шина здесь как бы можно разобраться, что к чему. Но, ребята, что я хочу отметить про шина. Я пока свой, я здесь, сюда я ставлю катовский. А дальше уже, дальше хочу, чтобы вы сами разбирались, что к чему. Ну, я про него, я ссылку оставлю по описанию. Как хотел отметить, что я про него ссылку оставлю по описанию там. Войдете там, посмотрите, понравится, и как говорится, каждый свой желает. Поэтому как бы, ну, я постараюсь, чтобы лишнее время не потратить, ну, там, экономить время. Поэтому как бы как-то так. Давайте здесь тоже сам такая же история. Думаем, что нормально будет, как бы, то есть его хромовый. Также. О, думаем, что прикольно. Ну, это как бы из какой-то мод, особо я не понял.
Что к чему? О, давайте вот так пускай будет. Так, что ж, ребята, по-моему, что вроде бы ничего не пропустили. А, с этого мы разобрались уже как бы. Здесь тоже мы разобрались. Так, с этого тоже мы разобрались. С этого тоже разобрались. Угу. Особо не понял. Ладно, пускай бог с ним. С этого. Да. Так, здесь можно название мана как бы. Также сюда можно. Всякие там. You like this. Пускай оставим. Так. Все, наверное. Больше ничего сверхъестественного. А, понятно. Есть такая же. То же самое, такой же. Такая же вариант. Соса добавления козырька. Ну, крыла я имею в виду. Есть такой же. Давай-ка это. Вот это оставляем. И все будет нормально. Так. Ну, это уже как бы попозже, как бы. Что ж, ребята, уже мне кажется, что наружу уже как бы разобрались, да, ребята, что к чему. Надеюсь, что уже как бы разобрались, удалось разобраться, что к чему. Пока вроде бы пока ничего не получили. Теперь попадем в интерьер. В интерьер, как видите, как мы видим. Я специально ставил китайские варианты. Так, поехали. Так, сюда мы навигатор можем ставить. Полка. Как бы так, оружие можно выбрать, или такое же, типа базука. Есть такое же, давайте базука ставим. Так, есть такая же отдел там. Ну, это для самозащиты, ребята, сразу хочу отметить. Такой красивый есть, такой же вариант, такой же. Давай-ка это. Давайте вот это оставляем, думаем, нормально. Ну, это с этого нормально. Так, это у нас боковая... Ну, то есть, боковое зеркало, чтобы посмотреть, чтобы удалось посмотреть внизу. Есть новый хромовый. Есть заводская вариант хромовый. Есть новая филкраска, есть новая краска, есть заводская вариант филкраска, есть такая же, есть новый пластик, есть заводская вариант пластик, давайте вставляем. Так, ну с этого разобрались, это у нас дополнительное радио, это у нас типа освещение красное, освещение светодиодное, наверное. Так, также со названием, там типа мант. Транс Java, там типа того, есть полный, закроет как бы, есть такой же, полный как бы он, видите, экстерьер, это по-моему что для тех, кто на фотошопе, можете своего загонять туда, я особо как бы на фотошопе особо не работаю, не шарю, поэтому если для тех, кто на фотошопе. Есть такая же вариант со названием опять 25, такой же полный перекроет защита от солнца, есть такая же со названием, без названия, со названием, без, ну, то же самое, одно и то же отвечает, давайте вот это оставляем, ну, сюда, как обычно, можно там, всякие там, пускай будет Renault, как обычно, Volvo, пускай будет, Scania будет, и там Iveco будет, также сюда вот это можно загонять, особо я вот это не понял, что это за это, я в случае оставлю, также можем дополнительно, так, нормально. Все, наверное, ребята, мне кажется, что уже с этого тоже разобрались, уже как бы больше ничего сверхъестественного, я имею в виду, вот с рулями, видите, я забыл руля,
Есть такая же своя, брендовский ман, со спласковой. Это, по-моему, половина кожи пластиковая, полная пластиковая, тоже пластиковая, серая пластиковая. Такой, китайский вариант. Типа сатрас или как там, я не знаю. Ман как бы тоже такая же ман, типа 2022, такой же ман. Короче, вот что-ничто здесь не увидишь. Серое с названием, устаревшая версия. А, все понятно. Давай-ка-то хрень на это. Давайте вот это оставляем. А дальше хочу, чтобы вы сами посмотрели, что хочу к чему. Что ж, ребята, все, наверное. Уже как бы уже удалось разобраться, что к чему. Так. Это особо не понял, что, короче. Ну ладно, бог с ним. Короче, проехали. Так. Не вижу никакое изменение. Видите, ребята? Ладно, бог с ним. Пускай будет. Так, все уже. Пора его купить, как бы. Так, берем. Уже как бы у нас тягач к деле готово. Так, где у нас? Отлично. Что ж, ребята, как бы посмотрим, на что наш тягач готово, как бы. Свободен как ветер. 9 в 12. Что ж, ребята, вау, смотрите, как он будет. Так, что ж, поехали, посмотрим, на что он способен. Обычно. Пнева. Так, заводим. Так, как видите, как мы видим, работает, но звука нету. Это как бы кому как. Для меня, например, хорошо. Так, сторона пассажира. То же самое, такая же история. Одно и то же отвечает. Так, смотрим. Анимационный. Как видите, как мы видим, анимационный присутствует. Работает, как располагается. Так, как располагается. Так, лево, право, аварийка, сетевая, как бы. Так, это у нас датчик дожди. Это у нас вторая, то есть и первое действие. Второе действие. Не вижу, почему. Все понятно. Это где вот патруля. Видите? Давайте вот так приблизим. И давайте. Это у нас датчик дожди. Первое действие. Второе действие. Третье действие. Все. Давайте сейчас условия погоды посмотрим. Вечер. Вечер. Датчик дожди у нас должен срабатывать. Так, пока он подумает. Как видите, как мы видим. А мне кажется, что за собой каплю не оставляет. За собой каплю убирает. И сторона пассажир. То же самое, такая же история. Как видите, как мы видим. Отлично. Ну, не знаю, как бы версия, слитая версия, как бы. Видите, датчик дожди начал срабатывать, а плавно, потихоньку, потихоньку, как бы. Смотрим. Так, что у нас? Блокировка дифференциал. То есть, если на бортовой компьютер подсветка присутствует, но почему-то клавиша действия не вижу. Не вижу, не видим, ребята, то есть, да? Клавиша действия не видим. Так, ладно, вырубим. Так, сетевая. Так, ближе, дальняя, габаритная. Ближе, дальняя, габарит. Отлично. Так, изнаружи смотрим. Вау, вау. Смотрите, ребята. Полная пушка, полный класс, файкер, трак. СС разбитое стекло, конечно. Вот оно, видите.
Так, ладно. Это дело мы убираем. Так, как оно там? Нолик. Все убрали. Так, теперь... так, ночь, ночь. Полуночь. О, полуночь. Так, еще надо быстренько на... Надо настраивать. Отлично. Так, сетевая. Габаритная, ближе, дальняя. Габаритная, ближе, дальняя. Да слишком глаза начинаются бросить. О, так нормально, думаю. Так нормально. Так. Сетевая. Ближе, ну, габаритная, ближе, дальняя. Габаритная, ближе, дальняя. Сетевая, отлично. Так, вернем то же время. Девять. Отлично. Так, вырубим. Это дело мы вырубим. Так, давай-ка-то теперь. Теперь, что ж, заводим. Вау, звук, смотрите. А, еще, по-моему, у нас ретардер. Видите, ребята, я про ретардер забыл. Ретардер, как мы видим, это вот где вот руля под руля. Видите, есть и звуковая щелчков, и есть анимационное действие. Так, ключи зажигания, смотрим. Вау, вы просто посмотрите, есть анимационное действие. Ну, ключи зажигания, анимационное действие. Так, ну-ка, стояночная. Это, по-моему, вон она, стояночная. Отлично, как располагается. Также есть SAS автоматические действия. Смотрите, нажать газ. Видите, да? Блин, просто неудобно как-то. Вот, смотрите. Так, ладно. Отлично. Так, все этого проехали. Ну, особо не понял. Блокировка дифференциал, может, на заводская интерьермана. Так, это у нас вот там патруля красный, видите, это, по-моему, что у нас аварийка, видите, или либо аварийка, а не, хотя это оно и есть блокировка, просто видите, как бы. Сейчас подождите, вот заодно посмотрим рулета. Так, руль. Все. Как там? О, давайте вот так сделаем. Ну, чтобы посмотреть там. Так, это у нас аварийка есть, как бы. Давайте еще раз, как бы. Да, Б. Ну, я имею в виду там блокировку. О, так, хватит, чтобы блокировку посмотреть. Так, блокировка. Нету, и видите, я думал, может, есть, но нету. Ну ладно, бог с ним. Автор его и так неплохо исправил, как бы, все нормально, все хорошо, как бы. Ему очень, очень спасибо большое, что как раз для тех, для тех, кто на суровках, как раз ура, пожалуйста. Так, так, теперь опять заводим. Так, а, все, он как бы заведомо. Теперь посмотрим про это самое. Пневмоподвеска. Хотите, как мы видим, начинается срабатывать, как располагается. Да, я как бы на джойстике как бы все начал настраивать, видите, да, ребята? Ну вот. Ну, надеюсь, что вы меня поняли, о чем.
теперь давайте с этого так сбросимся. Теперь давайте продвинутая цепка симулятор у нас там есть какая-нибудь там цепка. Давайте вот это берем, какая разница. Ого. Так, отцепляем. Продвинутую цепку симуляторов проверим. О, есть. Это, да, это как бы полный минус, как бы. Ну а что хотели? Версия, слитая версия, как бы. Так, это нам надо попасть на продвинутую цепку симулятора. Это сюда, наверное. Где продвинутая цепка симулятора? А, нет. Видите, как бы. Да, это тоже надо к автору надо обратиться, чтобы автор взял вот эту историю, как бы исправил. А так больше ничего сверхъестественного. Но. Видите? Это то, что у нас высокая, как бы. Высокое шасси, как бы. Видите, давайте с помощью свободной камеры как бы зацепим его. Ну, не знаю, ребята, если так взять, мод неплохая, мод как бы, мод классно, мод офигительный. Что хочу отметить, что для тех, кто на суровка, пожалуйста, ура. Вот, не говорю, что у меня стабильная хорошая ПК, у меня тоже слаб, ну так себе, как бы, ну, можно развлекаться, конечно, но все равно, как бы, если у кого есть хорошее стабильное крутое железо, то там у вас по-другому будет работать. А так вроде бы ничего сверхъестественного, как бы. Вот, и датчик дожди как располагается, ну, работает как располагается. Так, блокировка выруби. Отпускание окна присутствует, как бы. Так, восстановимся. И со тормоза как бы неплохо, как бы. Видите, да? По-моему, что у нас ретардер опущенный или... Не знаю, особо не понял. А, вот теперь отпустили, как бы. Ну, повышение, я имею в виду. Ну, а так, больше ничего сверхъестественного. Тягач, есть тягач. Ман, есть ман. Больше ничего сверхъестественного. Но зато все исправлено, все как располагается. И даже не придется для того, чтобы перед, ну, под машина смотреть, что начинает творить. А для этого наверняка вы все знаете, что нам пришлось делать настройка, очередная настройка, да. А здесь уже как бы не обязательно настраивать, то есть видите, прямо под за ну, как она, под козырька уже у вас и у нас есть боковая, ну, передняя дополнительная зеркало. Так, ну, не знаю, ребята. Что ж, ребята, надеюсь, гайд кому-то было полезно. Мне пора с вами попрощаться. Пишите, что по поводу этого тягача будете думать. Пишите в комментах. Ждем ваши ответы на комменты. Так, больше ничего сверхъестественного. Что ж, ребята, мне пора с вами попрощаться. Надеюсь, гайд кому-то было полезно, гайд кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Поддержите, пожалуйста, моего канала Дальнобой ТВ. И Green Android 20.3 со хорошими комментариями, со подпиской, со лайкоса и со доната, ссылка про доната оставлю по описанию. Либо по описанию, либо закрепим по комменту. Что ж, ребята, берегите себя, берегите своих близких. Всем пока-пока. До следующего выпуска. Всем пока-пока.